В ближайшие сутки погодные условия окажутся под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона по имени Кира, центр которого будет смещаться через восточные районы нашей страны. В результате пасмурно, туманно, осадки, гололедные явления. Итак, в пятницу облачно. На большей части страны дождь, мокрый снег, временами сильный. Влажность до 100%. Слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление ночью будет падать, ну а днем существенно не изменится. К утру температура воздуха от минус 1 по западу до плюс 4 по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет до 5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров от 0 до плюс 5, к вечеру от минус 1 по западу страны до 6 по юго-востоку. До конца недели сохранится влияние влажного, теплого и неустойчивого воздуха с южных широт. Облачно с небольшими прояснениями. В субботу по северо-востоку, а в воскресенье почти повсеместно мокрый снег с дождем, в отдельных районах туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура ночью от минус 5 до плюс 2 градусов, днем от минус 2 до 4 градусов тепла. У меня на этом все. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит», и вы узнаете все о погоде и не только.